вас овсяной. Ужасно вкусно. Дальше жажды и сыны. Ну да, мы-то нам сегодня на обед не идем, я понял. Да, все равно мы двойные уже. Да. Люди подумают, что я нет, не сильный такой. Тем более. И раздели, и застали работать. Нет, я про что говорю, то что я предлагал отцу Владимиру по-библейски. Я говорю, давайте вот эти груши, говорю, обложу навозом. Говорю, как написано, да? Посмотрим, принесет ли он плод. Сейчас. Секира предъявит против жережи. Да. Вот так это та, которую плод не приносит. Да. Вот это не принесет плода. Вот это была переносчик. Не принесла. Там уже плода не будет. Ну так надо подождать, может быть принесет еще, нет? Нет, или точно уже. Сколько можно, да? Господь знает. А-а-а. Все за сведения. А я все небольшой опыт в жизни с садами, со садом не принесет. Найдем, что делать еще? У нас вот еще тут две яблони. Две яблони. А еще жимолость. Жимолость. И мне хотелось бы, конечно, там стоять. Вот, а тут вот у нас как раз две яблони еще. Две груши, две яблони. Мы их заменим. Так, то есть там опять будем заменить. Но мы сейчас вот здесь жимолость сейчас посадим, потому что здесь сверху. Отец, надень что-нибудь, или будет две дырки. Ладно, а это куда? А? Это куда? Значит, вот нажим мы. Берем? Берем, да. Жимолость Аврора. Вот такие ягоды. Сразу. Это не для кротов, это не прекрасно. Ах, да. А у вас? А, были и закончились. Вот есть так. Предположение, что фермера, когда опыляют, ну, потравили, так же, как суслики в одно время было много, все исчезли просто. Вот. И у нас. Не то, чтобы их охотники попереубивали зайцев. Я когда в деревню приехал, я говорю, мы это в домике жили, и утром вот так шторку открываешь, а в домике, в котором никто не жил, соответственно, ну он как дикий был, шторку вот так открыл, оп, заяц сидит прямо перед окном. Вот. Вот, так легко что ли? Она, ну, видишь, сняла. Вот. И все, а сейчас из следов не видно. Ты я тут что-то нашел, это же волгарская земля. Смотрите, вот здесь. Это явно третий век. А что это такое теперь? Это? От чего? Вот ведь это.
Это же вот это. Ну третий век, и ладно. Да. Понятно. Не нужно, да? Если я, значит, куда это все делать? К малине кладу. А. Вы не делаете карня малина, гвоздь не тычете? Я для яблони, как вот меня один дедушка учил, эти банки сначала, и железо для них, вот эти банки. Железо? Вот, да, я так сделал. А к малине? К малине нет. К у меня нет малины. А мы к малине старые гвозди ржавые скидываем, потом к корням втыкают. А от них железо, они гниет, и, а ягодам ржавое железо полезно. А мы нет, я не знаю, как у вас тут принято, а мы же эти старые железные гвозди укрепляем и снова в стройку. А мы бедные, мы гвозди в землю закопали. Сорт яблонь Антоновка десерт. А почему написано однолетняя? А, что вот. Ставите в тюрьму, не вкушая, по примеру Евы, как бы, на свой цвет, если обстояние, не вкушая от яблок. Но на Руси яблоки будут на стороне. Именно поэтому, да? Да, от покаяния. А потом за благочестие некое сальцо гладет. Ну так, а у нас они только к этому времени поспевают. У нас ранее-то раньше поспевают. Вот я пока не делал, преображенной. Ну до преображения, вот у нас получается такое выдержание. Ну как тут какой-то железяк увидел. Еще? Не-не, пока не буду. Что, надо еще подсыпать? Либо мы оставляем лунку, либо здесь сверху, да, еще бугорой этот. Вот. А из этого сделаем мы вот, как делали вокруг. Забор. Ну да. Так. Вот сюда бы, например, ну, если кост пустить, они все это объедят, а так вот на вот эту траву на зеленую. Вау, пускай, курей. Полным ртом бы. Они курей пускают. Но они у нее не воспитанные, не культурные, и они изгадят все дорожки. А бабушка не считает, что вот после истории отдалась. Нравится мне. Это побочный эффект. Нет, я говорю, бабушка побочный эффект. Зато они яйца вкусные несут потом после этого. Бабушка-то? Заносит, она заносит дом из курятника, из яички, белым яичником. Сюда и спускает. Ну что, еще сверху налить? Водиться тут. Вот у нас есть. Что сейчас и выйти? Но все равно еще нужно воду. Ну, не будет. Положа угол, вон она, говорили посадить. И говорили, ну черешня не наше дерево, не нашего климата. У нас вишня растет, прям хорошо растет, усыпали прям все. Вишня, а это черешня. Я знаю, где черешня хорошо, в Киргизии растет. Ну, да. А я знаю, где бананы хорошо растут, в Африке. У вас тут тоже хорошо червей много, так же, как у нас чернозем. И тоже у вас чернозем? Ну, чернозем, конечно. Червей много, земля плодородная. Как ты втыкаешь оглоблю? И она цвести тебе вырастает.
палочки какие-то хочу. Да и... А, ну все. Не хочу. Нет. Это все пойдет на удобрение. Приводим солнышко, да? Вот я здесь научился, что приводим к солнышку надо, а так бы не знал. А вы как сажаете тогда? Ой, да никак. Я вот как. Не до садов был пока. Как-то вот, не, ну почему? Вот я же перед уездом это посадил у себя. Ну как-то мне сказали, что вот здесь вот, где она должна быть снаружи, и все. Я, кстати, старался тоже вот этими листочками, по крайней мере, к солнцу. Ну, где вот солнце у нас ходит, к югу. Поэтому возможно, что я тоже правильно сделал. Ну, Олег, ну потом сам ты неправильно. Какая сказка. Да-да. Жена будет смотреть видео? Вот это, жена будет вас смотреть видео? Конечно. Ой, надо сказать скорее. Ангелиночка, какой умный твой муж. Вас взял всем. Взял всем. Все местные женщины от него в восторге. Да. Поэтому если приедет, не переживай. Хорошо, как будет. Но только, я думаю, приедет обязательно. Только про тебя говорил. Про жену всяких интересных штучек. А сегодня, когда мальчишка показывал видео, какой ему сразу смотрел, то сразу видно настоящий. Сразу видно. Муж, настоящий отец. Сразу видно, долго здесь не продержится. Да? Долго не продержится, сбежит с тобой в семье. Дай Бог, каждый бы так. Каждый бы так. Это большое дело. Муж, жену любит, жена мужа. Оба детки, детки, папа с мамой. Так и должно быть. Слава Богу, что есть никакие семьи. Раньше, в крайнем случае, на Алтае фамилия Устинова. Да-да. Это большое дело, это радость. Примеры нужны, Алёш. Примеры нужны. Ну, примеры, вот мои родители там, примеры. Вот твои родители, ты говоришь, да. Алексей рассказал своих родителей. Зара, вот, хочется попасть. Ах, по полностью не получится, а вот родителям поклон до земли, такого сына вырастили. Да. Да и просто. Не просто. Нет, не просто. По плодам их узнаете, говорит Господь. Достойный плод, достойный сеятель. Сеятели. Очень радостно становится. Очень радостно. Да. Так это мы вырежем? Нет, не надо. Ну что ты? А вылечу.